дать известие, я скажу про не шарики был, а куклы там такие, типа. Давайте посмотрим, что это куклы. Я про них уже показывал. И первая кукла, ну что такая. Минус не снимается. Мне только не нравится, почему он его так делает. Одежда для них. Ну, вот такая кукла был, которую я нашел, я тут все подкрасил, глаз установил. Это все куклы, я нашел. Одну я одну ногу я продал, и одну, которая у нее было стерто лицо. То это 300 рублей, и за 100 рублей одну ногу. На Алису, на блоховочке ее продал, кстати, ребята. Ботинка нету, может где-нибудь найдется. Вот такая кукла. Вот хоть нормально сделали. Вот такая тоже нету. Вот такая кукла. У нее блестящая. А, кстати, это тоже. А это нет. А вот это уже идут вот такие. Да, татуировка была. То я за 150 одну женщину продал, девчонки. А, наверное, увлекается куклами, мол. Там у нее, знаете, что? С волосами шли вот такие. Что куклы стоят головы. Тут, видите, нету. Эти начну. Это мы в эту будем, что у нас будет. Ну, а, тут три. Это отсюда. Первая сначала такая кукла. Мне не вкрутится. Это животное дело. Это я себе оставлю. Вот так. Вот такая кукла. Кукла, у меня нету мальчика. Вот такая. Тоже нет. Вот такая. Ну вот вон что. И вот такая кукла. Как напоминает эту. Майонет. Можно из нее переделать майонет. Только они бантики не покажут. У меня тут сопли идут. Если чего. Вот такая кукла. Ну вот, все, всем пока. Подписывайтесь. Всем лайки.